Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались. В присутствии сотен гостей молодые обменялись свадебными обещаниями и кольцами. Главное событие этого года, как его называют западные СМИ, прошло на самом высоком уровне. За происходившим в Виндзоре следил наш корреспондент Александр Кулебаба. С самого утра у Виндзорского замка собираются почитатели королевской семьи. Актеры, спортсмены и шоумены прибыли в часовню Святого Георгия. Проход на улицу, по которой пройдет свадебная процессия, под контролем полиции. Гостей пропускают через рамки металлодетектора. Людей было очень много, но все было очень хорошо организовано. И буквально за час мы смогли выстоять очередь и пройти на улицу, где проходила процессия. Жених на церемонии появился в униформе полка дворцовой кавалерии. Невеста в минималистичном белом платье Дживанши с длинной белой фатой, украшенной кружевными цветами, которые символизируют каждую из стран Содружества. Тиару из королевской коллекции 1932 года Меган одолжила королева Елизавета II. За всем происходящим в часовне Святого Георгия почитатели королевской семьи наблюдают на больших экранах в Виндзорском парке. Смотреть церемонию было просто невероятно. Она была такой красивой и элегантной. Политиков на королевскую свадьбу не приглашали, чтобы сохранить нейтралитет. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила пару в сети. Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Чудесного дня всем тем, кто присоединился к национальному торжеству в ходе народных гуляний и других мероприятий. Около Виндзорского замка молодоженов ожидали десятки тысяч людей, которые приехали сюда со всего мира. Пара вышла на публику сразу по окончании церемонии. Они торжественно проехались в карете по улицам Виндзора, приветствуя всех собравшихся. Только что увидели принца и Меган, и мы поздравляем их со свадьбой. Это было просто великолепно, на самом деле красиво. Приятно быть частью истории, видеть их так близко. Она сияла, сверкала, Гарри выглядел таким счастливым. Мы видели радость в его глазах, мы были близко, и это было просто замечательно. Принц Гарри – младший сын принца Уэльского Чарльза и внук королевы Елизаветы II, шестой в очереди на престол. В день свадьбы он получил титул герцога Сассекского, а его жена Меган Маркл стала герцогиней. Тут огромное количество людей, одетых в британскую символику, цвета британского флага. Вот буквально сейчас идет мужчина, женщина, целая семья, британская семья. Для всех это достаточно самоироничный праздник, хороший уикенд. Люди приезжают на барбекю, берут с собой детей, берут с собой бутерброды. И сейчас, когда свадьба уже закончена, просто отдыхают. Гарри и Меган отправились в Георгиевский зал в Виндзорском замке, где пройдет торжественный обед для 600 человек. Вечером молодожены поедут в загородную резиденцию королевской семьи Фрумер Хаус. Там соберутся 200 ближайших друзей Гарри и Меган. Александр Кулебаба, UATV.